Доброго всем времени суток, с вами Тексер, злобный гений. Я так понимаю, дело к финалу. Пришли ко мне представители криминальных авторитетов, а чё, всё опять, да? Ну это ладно, теперь мы как-нибудь осилим. Я думал, до хрена. Фрэнки, не уходи, ты мне нужен. Ладно, не то, что нужен. Да, выпиливают всех. Ну, на них висит, как видите, убить. А мне еще писали, что, возможно, проблема с оружием из-за того, что оружие на убитых остается, и нового нету. И не берут. Нет, немножко не так. Тут, видите, есть слоты. В слотах она лежит. То есть, оружие есть. Почему не берут, загадка. Так, а ты что, не убить? Да погоди, вот, eliminate. А, он по маскировке, хорошо. Нарвались? Там. О, там еще солдаты, понятно. Тады да, тады ой. Вы знаете, давайте они пройдут все, так сказать, положенное. А падать будете? А дым? А кто заблочил-то? А, с вами есть. Блочитель с вами есть. Хорошо. Давай вот так. Ну, а опергруппа-то, мне кажется, выехала уже. Ага, нарвался. И надо заразить. Чего у вас там со здоровьем, кстати? Ну, не такие крепкие ребята, разберемся. Вот, бежит без оружия. Охранник. Я вот не знаю, охраннику надо оружие, не надо. Вроде наемники с оружием, да, охранники без. Вот этот рукопашник, он тоже ствол еще с собой не носит. Киллер шокером бежит. Странно все это. Очень странно. Так, ну давайте я сюда вызову своих орлов и орлиц. Не те. Так, ты... Давай. Беги сюда. Ну и арит, конечно. Вот видите, часть стоит и далеко палит. А что не падают-то? Странно. У нас большое будущее. Хрен у вас, а не будущее. А чё, я побеждаю, вроде как. Я не знаю, правда, почему такая халява мне? Удел? Ну, солдат остался, его сейчас тоже уделают. Чё-то я даже с маленькими потерями это дело прошел. Постой, давай работай. Обломись. Совершенно неприглядная конфузия, да. А, они пропадают, они умирают, да? Ну, сейчас выдержу, по ней присутствует авторитет. Пошли в задницу. О, там еще. Так, ты кто? Я надеюсь, ты не супергерой. Нет, Амелия Мельник, ты не супергерой. Я не посмотрел, сколько у тебя здоровьюшка-то. Ну, так себе здоровьюшка. А сколько у вас? Непонятно, еще придут. Каратист пришел, но это мало. Его ложат, каратист-то. Слушай, ну я своих миньонов так крупных не буду туда звать. Они, конечно, слабные. Ну, давайте припасем пока. Ну, ладно. Я думаю, сейчас подойдут еще. А, стой, Арис. Давай сюда. Пригодишься. Сейчас найдешь. Найди. Так. Вы же все рядом. Давайте сюда. Так, а мне тут бьют, да? Ну давайте, ладно.
Навешаем. А, и фугу здесь. Ну, нормально. Но мои тут тоже тропаки есть, конечно. А фугу что-то вперед пошла. Так, выдержит нападение агентов. 20 штук. Не вопрос. Давайте даже ускорю. Так, мне вроде больше ничего не надо. У меня 100% как бы денег. Волна солдат прибыла. А вы что, солдат? Йоу. А, это 20 штук агентов. Да, дознаватели сами по себе. Окей. Ждем. Дожидаемся. Верим, что они придут. Интересно, сколько таких нападений будут? Приходили, как бы, продвинутые товарищи, которые почему-то были дохлыми. Теперь прут чисто солдаты. Так, скорость. Че у вас тут? Да нет, не бассейн. Ну, небольшое здоровье, нормально. Ну, а техник отбивается успешно. Ладно, не успешно. Как вы ломаете ловушки, собаки? Так, что у меня по людям? 294. Рано покупать. Ну давайте, ладно, найму немножко. Какая ловушка сработала? Ну ладно, любая ловушка пойдет, правда? Пожевал, выпнул. Много тебя осталось? Нормально так отожрал. А эти там сидят. Ну видите, когда не надо задерживать, оно быстрее довольно намного получается. Дзюбей. Ага. Ты нужен. Вот когда надо срочно, Дзюбей прям прекрасен. Смотрите, парализаторами хреначит же. И только счетчик крутится агентов, да? Отлично. Ну, мои тоже падают, мне кажется. Я, правда, тут каш не вижу. Там дознаватели пришли, но... Нафиг. Они не нужны. Так, а чё киллеров нету? Чё мы киллеров не учим? Так, редеют мои ряды. Но Дзюбой, кстати, чё, жив. Всё нормально. 19, не 20. Уговорили. Увидишь, один суперагент. Один штук. Наверняка этот Джон Стил. Вы куда? А, еще солдаты. А ты что ли не могут? А что? Стой. Молот, какие-нибудь на убийство, хрен поймешь. А этих повязать решили. Ну ладно. Я думаю, справится. Все. Ну, часть пошла в камеру, потому что вот тут у меня еще пока включено вязать. А фу, куда пошла? Погулять? Так, дознаватели. Ладно. Тут все в перемешку. О, черно-белое идет. Ну-ну-ну. Ты кто? Агент X. Вот брахлянь где-то всякая. Так, там солдат прут. Ну что-то у меня прям завал, слушайте. Ладно, убирайте. Будем следующий пилить. У меня новый подходит, но как-то вяленько. Кстати, он подходит, он за оружием же вроде бежит, да? Взял оружие. Странно. Так, киллеры куда-то идут. Ну, тут понятно, тут мешки таскать. Почему киллеры таскают мешки, хотел бы я знать.
Не они же должны. Так, идут. Окей. А что биологи там делают? Ну не биологи, а энерготехники. Но все равно, что они тут делают? А, столы, наверное, чинят. Точно. Так, эти уже проходят. Ай-яй-яй. А там солдафоны, да? Всех распугали. Блин, смотри, сколько супергероев. Они все идут. Все супергерои ко мне идут. Обалдеть. Это будет печалька. А я думал, один супрагент придет. Они все пришли. Так, что у нас со здоровьем? О, это эти убийственные ребята. Очень хреново, что с ними совпало. А что там за дым? А, это зараза с кувалдой. А, это крадет, смотрите. Вот зараза. Так, хорошо. Ну чё, погнали. Фугу. Биолог. Зюбы вообще давай, прыжком. Айрис. Своего не буду звать, он очень дохлый. Двести восемьдесят шесть пошло, да? Хенчмен. А, понятно. Как там со здоровьем-то? Ну ладно, будем надеяться, что выпилят в итоге. Уничтожить все цели. Тут, блин, все хреново. Тут дознаватели конские. Погодите, а солдаты конские? Где мой курсор? А, солдаты не очень конские. Если мне ядерные Ольга не померечь, а вот она, зараза. Вот это да, это задолбаешься пинать. Ну ладно, чё. Что поделать? Будем как-то. Я тут, да, подтаскиваю новых, чтобы как-то учились. Странно, что вот этот вот в невидимости, зараза. Блин, они тут еще бегают, смотрите. Пипец. Они ж не все. Да, фугу торчит. Арис стоит, ждет своего счастья. Нормально. Ну, они пытаются открыть. Но это не так просто. Так, черно-белую вывели в видимость. Магнолия мин в опасности, да, оно там. А чё, чей это дым, интересно? Чей? Ой, меня Арис пинают, ты как здорово. А один уже тут прошел, смотрите, невидимый козлина. И ломает, ломает. Как его поймать, не знаю. А, вот попался. Я не знаю, чем восстанавливать, тут прям честно. О, там был робот. Или что это? Ну, в общем, там пожар. Я надеюсь, что сзади сидящие агенты будут догонять их и сзади кусать. Звуки сзади кусают, да? Большой пожар. Ладно, коридор выгорит весь. Я уже согласен с этим. Так, фугу завелась. На, все хреново. Все хреново. Это вообще идет как танк. Ну,
Фрагмент-то уничтожен. Но сквозь не могут пробежать огнетушителями, поэтому весь коридор будет гореть. А что там взрывается так хорошо, мне интересно? Там же роботов нету, или есть? Пипец, там что творится. Да кончитесь вы уже, собаки. О, Фрэнки бегут. А, у меня-то роботы. Вот что. У меня роботы рабочие ввязались в драку, а они взрываются. Понятно. Гореть всему. Но мне кажется, нападение супрагентов это последнее, что мне нужно выдержать. Вот эта скотина очень ядреная. Я надеюсь, что агент начнет выбывать. 18. Оп, зеленый с кувалды вылетел. Отлично. Мы побеждаем. Ура, мы ломим гнуться шведы. Ты кто такое? Джейн Стил, ну понятно. О, уходит. Дело к победе. А эти киллеры грамотно вышли и издалека палят. На робота потерял, да. Баба. Может, хоть роботов туда посылать? Ну, я их не посылаю, они сами идут. Магнолия сражается с врагом. Хорошо. Боевиков мало. Боевиков прям откровенно мало. Там Ирис с тыла напал на это дело. 37. Блин, здоровья мало. Чё-то до сих пор живое. Вообще. А Ольга чё, пулемет кончился? Но мы их это, маслой задаем. Мы их тапками закидаем. Некоторые прям очень злобные. Продавливают, продавливают. Ну что там со здоровьем-то? А, блин. Жопа. Там что-то горело уже. У меня роботы взрываются, они как-то, как камикадзе суицидники такие. Чё тут у нас? Кто-то уже прорвался? А, Дзюбэй ожил там, подкрадывается сзади, сражается с врагами. Молодец, Дзюбэй. Добью сейчас до максимума. Даже знаете, что сделаю? У меня есть солдаты, если чё. Освободить. А чё тут сидишь-то? Освободить. That's how your minions dress. No wonder Agent Steel prevailed. А когда он нахватал своих-то? Непонятно. You call this a lair? I had a harder time getting into my vest. Так, освободить пропагандистов. Вот я пропагандист. That's how your minions dress. No wonder Agent Steel prevailed. Все, норм, вроде. Отлично. Пойдем посмотрим, что тут у нас. Так, моих, как сказать, миньонов агент подбросили в очередной раз. Тут Фрэнки свирепствует. Фрэнки молодец.
Всем держаться. Все держатся. Джона Стила пинают почем зря. Бабах. Ну их уже мало. Там еще робот рванет. Что-то там про товарища. Кого в угол загнали? Дознавательниц. Ну, у нее чуть-чуть осталось. Фрэнк ее добьет. Не, ну дело к победе. Все, последнего в углу мочат. Так, поперли. Камеру. Камеру. Что дезертирами? Есть дезертир, он там еще один стоит. Так. То не говорите мне, что Фрэнки дезертир. Дезертирует. Блин, тебе нельзя дезертировать. Так, еще людей. Старому мастеру нужен покой, нужен. Там кого-то не добили. Ольга, что ли? Хрен на себе. Тебя еще бить и бить. Я понял. Ну, там как бы все на нее сейчас, так что нормально будет. Ну, мой народ пошел туда, этот, продвинутый, отдыхать. Так что Ольгу бьют вообще все, кто придется. Айрис. А, не, ну, ну эти здоровые бегут бить ее. У них со здоровьем, конечно, бегает беда, но они не отлынивают. А, все, кончается у него здоровье. Нормально. Ее рабочие забьют. Взрываться сейчас будешь? Иди нафиг. Мир потерял последний шанс остановить вас. Теперь он воистину готов к завоеванию и отмщению, начиная с тех, кто вам больше всего досаждал. Перейдите к целям. Получить награду. Ай да я, враги лежат у моих ног, как запоротые крестьяне. Товарищ генералиссимус, сообщение сил закона, они говорят, что согласны на ваши условия. Это хорошо, скажи им, что условия изменились. Изменились как именно? Новые условия легко запомнить, а будут стрелять их из хаоса. Они будут просто сидеть и не сопротивляться. Так. Короче, по всем жахнуть хаосом, я понял. Так, давайте сначала порядок наведем, а потом будем устраивать развлечения. Правильно? Правильно. Ловушка на П этаже, позвольте. Понял. Мы пошли тырить деньги. Ладно, нет, вы преданность копите, зараза. Готовы взорваться, робот тут топает. Так, народу максимум. Ладно, сейчас поубирают, будет хорошо. Ну надо порядок наводить. Значит, фигня, давайте ускорю. Там робот готов взорваться идет. Так, и мне, наверное, надо тут восстановить всякое.
Так, до двери тут все повыгорело, мне кажется, да? До двери повыгорело. Куда я скорость уберу. И поперли. Фальшиво себе морозил, да? На P-этаж опять тут за деньгами идет. Так. Ну, я так тут души понаставлю всякого. Понятно, что у меня тут что-то другое, скорее всего, стояло, но черт его знает. Пусть будет. Так. Тут. Вонючка. Тут удерживать, наверное, тут. А, это коридорная система, да, значит, не так. Не ставится. Песика. Пойдет. Так. Скорости пол нет. Тут еще дымовуху. Акулятник бы еще, наверное, поставить стоило. О, отлично. Так. Раз пушка. А два пушка. Не пойдете. Вот так. Еще, не знаю. Скользкий пол тоже хорошо. Заходит. Сюда, чтобы не ходили. А, вообще, подтверждаю. Меня устраивает. Так, светские львы меня предали. Какие? Арон Мустафа, что ты делаешь? Вроде повязали. Вроде все хорошо. Так, что тут у нас? Работать. Ignore that minion. Ну все, все перековались. Кстати, это все пропагандист, светские львы и всякое такое. Вот так вот. Вот такие ненадежные они, ребята. Так, там силы закона подваливают. А мне бы починить, все сделать и так далее. Ой, а еще трупаки убрать. А это долго. Так, ну там новые ловушки уже устанавливают. Все хорошо. Что-то бабла маловато. Да еще им побавлищу сделаем. 5 светских львов, нахрен бы они мне уперлись. Так, тут. Запустить. Так, в рукаву. Ну пока, мне кажется, хватит. Ловушка на первом этаже. Какая сволочь, стоять. Capture that minion. I want that minion taken in alive. Ну да, у них уже преданность сорвалась от такого количества.
как называется, крышу снесло. Давайте-ка убирайте. Стоямба. Еще один. You see that minion? Capture them. Так, тихо. А он не дезертирует. Он работает, бежит. Дезертирует, вот. That minion needs to be captured. Светский лев попадает нам в плен. Это наш светский лев. Зарплата. Да, что-то немножко в минуса пошло, да? Оп. Стоямба. А, с акулами плавает. Не надо с акулами плавать, надо в тюрьму идти. Помер. Не пережил он акул. Бывает. А почему его максимум? Ну, нанял я. Вот только что помер один. Все нормально? Так должно быть. Так, ну тут уже зачистили все. Мне кажется, все хорошо. О, работнички у меня тут, видите? Работнички. Наемнички у меня тут. Наплодились. Так. А что так быстро народ побежал? Ну, солдаты и чего? Верещат как. Ладно, а между тем пошел-ка я стоять и с фоторужья жахту. Do it. What to do? A trap has been triggered. А. What next? Так, уровень 3. Молот. Начать. Не знаю, в этой серии все закончится, не закончится. Вот эти спорю. Двести шесть уже не максимум. А, ну правильно, я отправил уже народ. Я вступил в мод еще мальчишкой, детство у меня было паршивое, другого выхода я не видел. К тому же мне нравится убивать опорным парикмахером, это не разрешают. Так что там, молота больше нет? Так точно, товарищ генералиссимус. Калос попал точно в цель. Выживший бегут, молота больше нет. Нет, товарищ, пока я жив, на свете всегда будет один гражданин молота. Удаляй нежелательные файлы. Удаляй. Подвал. Ну, пожар, понятно. Давай, давайте. Боритесь с пожарами. Ну, огнетушителя у меня хватает вроде как. Так, слушайте, а мне надо, наверное, огнетушителей побольше повесить. Как-то вот так. Ну вот народ весь вы не тушите, а чего вы не тушите, бандерлоги? Сейчас всякое сгорит, а они не тушат. Охренеть. Да пофиг на этих хенчманов в денджере, вы тушите давайте. Все, пошли гореть предметы. Ну сейф это чинит. Тушит. Мне вообще не нравится, что тут тренажеры горят. А
И там один всего тушит. Кстати, они все загорелись. Он не успеет. Все, огнетушитель кончился? А, нет, нормально. Туши давай, чудище. Спасай оборудование. Ну? Норм. А там? Там один бегает тоже. Ну охренеть. А, нет, не один, четверо. Ладно, авось потушит. Где тут еще большой пожар? А, ну вот да. В деньгах тоже. Дезертируем, да? Дезертируем? Не надо дезертировать, это плохо. Так, тут лупит кого-то. Давайте. Фугу сюда. Фугу, не фугу, да? Тебе сюда. Дюбэй. А, ну Арис тут уже. Че, хорошо бежит дезертиры? Что ж он дезертирует, да? Так. Ну тут пипец. Тут, в принципе, тоже. А че в подвале? Ну, естественно, горят у меня исключительно мои запасы денег. Что же счет? Ладно, надо зато как-то в порядок привести все. Так, нормально, а что еще? Вот миньон. Они все прокачались. Они теперь стали законопослушные. Идите работайте. I want that minion ignored. Все, вроде все. Ну что тут с пожаром-то? Ну, они тушат, но что-то как-то вяло. Ну потушит сейчас. Их уже там много сбегается. Тут уже потушили. В принципе, скоро можно еще раз стрелять. Да. Сейчас дезертируем, только разберемся. Что-то на них как-то плохо это сказалось. А что, ко мне кто-то там приплыл еще, что ли? А, да, дознаватели. Не просто все. Убежал, наверное, да? Ладно, черт с ним. Не страшно. Тогда чуть ускоримся. Пожар, конечно, пожаром. An item has been destroyed. Ну вот тут сгорел сейф, да. Где еще? Вроде все. А, давайте сюда поставлю сейфов. Пока все тихо. Возможно, ай ты. Возможно, еще в подвале у меня там сейфы сгорели.
Да не, вроде на месте все. А, вот тут погорели, да? Я от полоса настроил. Их тут не было. Да где они все дестроят-то в конце-то концов? Дестроит оно. Ух ты ж, как все не быстро. Так, в среднем можно вылететь на электричество. Они большие, они классные. Но на электричество с ними можно лететь, подтвердить. Так, что там уже ловушка, что ли, где-то? А, драпаем, да? Не надо драпать. Что тут дезертиров-то много? Никак это экстрим не закончится, да? Пипец, у меня же боевиков что-то нет. Где я? Че, все горит, что ли? Охренеть. Что, вы с пожаром сможете справиться? Не сможете, но тут сгорает, да? Так, в подвале победили пожар. А тут еще буянит. Ну да. Так, ладно, давайте еще тут сейф поставлю. Тут обычных. Вроде опять все. Но у вас же до хрена тут, ну погасить его уже. Все. Погасили. Ну, уже, собственно. Заканчиваю гасить. Рабочий в плен, понятно. Пожар и так из. Ну, от стены к стене катается туда-сюда. Они вот тушат. An item has been destroyed. Да. Идет удаление, идет удаление. The fires are being dealt with. Ну все, погасили. The fires are almost under control. Блин, он прям убегает прям от них. Они бегают за ним. Все? Вроде все. Отлично. Так, что, тут козлы опять пришли. Тамарис занимается удалением, а боевиков нет. Так, кстати, а камеру я не поставил. Камера тут сгорела, да? Да. Ага, Арис долбанули. Ну и там мало-мало жарят. Давайте кого еще пришлю. А че вот эту? Их рукав. Он их задержит. Ну, Дзюбейт, ну, стреляет на самом деле. А ведь Дзюбей в опасности. Ну, там у меня биолог идет, он фугу идет. Нормально. Так, и фугу в опасности. Нормально они стреляли. Ну-ка всем сдохнуть. Чё, дезертир? А, всё. Чё там у нас? Не пойму. А, пинают последнего.
Все, Арис освободилась нормально. А эти сидят, ну их мало. Их почему-то мало. Так, что у нас в подвале? Освободить. Засиделись все. Где, на первом? I want that minion ignored. Чё там, чё тут пришёл? Да нет, скорее всего, дезертир. Ну всё, порядок вроде наводится. 281, давайте я ещё народу подкуплю. Благо, пленных я теперь не беру. Ну и надо восстанавливать преданность и всё такое, а я тут из молота жахаю, да? Ну не из молота, из этого. Так, ладно, хорошо, чё, пошли ещё жахнем. Погнали. Горн, надо? Надо. А, начать. Сейчас опять будем с пожаром бороться. Ну, конечно, пожары, да, где еще у меня? Товарищ генералиссимус, мы уничтожили штаб-квартиру Горна. Нет уж, мы ничего не сделали. Это я уничтожил Горн. Здравствуйте, пожары. Пожарная тревога. Алярм, алярм. Да таск-то комплит. А у меня опять пожары. Ну, в подвале вроде нет. Это радует. Вроде как в этот раз пожаров меньше. Ага. А, ну ящички, это понятное дело. А, в прошлый раз, наверное, тоже. Ящики, наверное, в прошлый раз тоже горели. Мне кажется, ящики сгорают. А, может быть, и сейфы. Сейфы горят вообще. А, они же были биты из прошлого раза-то. Ну, мне остается только ждать. Ох, ёлки, вот на это посмотрите. Да, чума. У меня просто солдат не хватит, да? Что, ну, не солдат, а желтых, чтобы все погасить. Пожары конские. А в рукаву с врагом сражается, да? Круто. И, по-моему, у меня сейчас сейф осталось меньше. Ну, давайте верить, что я все погашу. Угу, погасил. Короче, догорели мои. Как их назвать? Приемные центры. Ну сейчас погасит. Опять-таки. Всего две комнаты. Гасит. Вот с этим беда. Что-то у нас ретранслятор. Давайте ретрансляторов поставим. Я, честно сказать, не очень помню, что там должно быть. Ну, ладно. Мне кажется, ретрансляторы тут должны быть. Мне кажется, вот так. Так, сейчас там погасят. Погоди, где оно бушует еще? В коридоре бушует еще? Робот взорвался. Ну, только один вопрос, что там делал робот.
item has been destroyed. An item has been destroyed. Да тушите вы его нахрен, чем вы занимаетесь тут? Хорошо, так выгорели ящики. Ну да, плюс битые были. Так, новая толпа бежит. Пушить. Это прекрасно. Я думаю, справится. Но сейф погорел знатно. Я надеюсь, золото не пропадает. Хотя здесь 100%, наверное, пропадает. Еще 3 выстрела. Это явно в этой серии не закончится. The fires are being dealt with. Так, бушующее пламя кончается. The fires are almost under control. Маленький пожар, все, кончилось. А, победили. Какое дорогое мероприятие стрелять из этой штуки по врагам. Блин, я стреляю по врагам, мне убытка больше, чем врагам. Так, куда еще? Нормально так выгорело. Ну, вроде так. Погнали. Че, еще коридор восстановить? Коридор опять выгорел, собака. Ладно, не весит вот этот кусок. Че, ты так улятник можешь забацать? А, кулятник есть. Так, камера висит. Вот тут что-то. Так, тут скунсовник. Тут. Пострелять. Готово. Не сильно выгорело, так что нормально. Да подумай, настало меню, конечно. Тут надо подождать, чтобы все починили. Потому что оно искрится. А искрится это хреново. Где врагов-то нашли? Че, еще что-то пришли? Да, еще пришли. Охренеть. Солдат у меня мало чего-то. Кончаются. Ладно. Короче, опять все сюда. Missing your if knowledge dictates. What do you ask of Jubei with deadly accuracy? Awaiting input. Compliance. Так, Jubei первым туда пришел, ну и остальные сейчас бегут. Ну, мало, мало охраны, мало. А эти ребята здоровые, да? Да, они здоровые. Хорошо, что я в плен не беру. Прям очень хорошо. Так, ну тут будут долго чинить, возводить и так далее. Надо чинить, потому что нечиненные сгорают просто мгновенно. С этим надо что-то делать. Пока все починят. Новый раз, еще раз жахать не стоит пока. Ну, этих запинают. Вон там киллеры идут. Откуда-то, не знаю откуда. У меня киллеры припрятаны. Разведданных 99, обалдеть. Ну, все, этих мало осталось. Ой, что, у них патроны что-то кончились? Смотрите, они оружие убрали. Дзюбей пришел. Почувствовал мой морщинистый кулак.
Все, шатали. Стопы, вы чего тут? Сидишь? Да не ты, ты. Чего они дезертируют, я не пойму. Что у них не так? Все ж хорошо, зачем дезертировать? Непонятно. Где он с врагом сражается? Нет врагов. И стали часто дознаватели прибегать. Но первого духа, я понимаю, уже нету. Они меня, конечно, шлют, но первого духа, мне кажется, нету. Так, ну что, чинят. Давайте, видимо, буду достреливать в следующей серии. Я думал, быстрее все это будет, а это подзатянулось. Так что на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.